Мы разные, но мы вместе здесь, на телеканале «Самара ГИС». Пришло твое время в студии Юлии Чернеева. И традиционно по пятницам здесь мы собираемся с вами, с молодыми ребятами, чтобы обсудить что-то интересное, актуальное, выслушать ваши точки зрения, услышать какие-то интересные новости, представить какие-то ваши проекты. Ну, в общем, посидеть, поговорить, почему бы нет. С большим удовольствием сегодня представляю вам наших гостей. Говорим о том, что же интересного происходит в сфере каких-то межнациональных отношений у нас в городе, как ребята ездят на различные форумы, защищают свои проекты и успешно их реализуют потом здесь, в Самаре, ну и как этому помогают педагоги. Вот давайте знакомиться. С нами здесь заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Самарского энергетического колледжа Светлана Мальцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. С нами здесь ведущий менеджер отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерства движения Самарского дома молодежи Ренат Исказиев. Ренат, здравствуйте. И тут можно долго читать, я поэтому буду читать хорошо. Победитель всероссийского конкурса социальных проектов на форуме «Территория смыслов» на Клязьме в межнациональной смене, руководитель межнационального проекта «Молодежная этнолаборатория» Лилия Мухамедзянова. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы собрались, конечно, не совсем близко, да, к Дню народного единства, но все же, так или иначе, я так понимаю, проекты какие-то будут реализовываться, мы об этом обязательно поговорим. Светлана Михайловна, ну, как мы выяснили до нашей программы, до эфира, вы в своих лекциях, в своих дисциплинах, так или иначе, тему межнациональных каких-то отношений, дружбы народов в том числе затрагиваете. Как так случилось? Вот в энергетическом колледже повезло. Дело в том, что по федеральному закону об образовании история родного края — это обязательный компонент любой образовательной программы. И в школе, и в колледже, и в вузе эта дисциплина читается. И при формировании гражданской позиции нужно обязательно учитывать и историческое самосознание, национальное самосознание, которое должно формироваться и у студентов, и у школьников, и чтобы стать гражданином. Как я начинаю свою лекцию по истории родного края? Большой гражданин начинается с изучения истории малой родины. Так сложилось, что история нашего края и история Самарской области – это история пересечения дорог, многих-многих национальных дорог. Наше уникальное положение географическое заключается в том, что здесь в то или иное время, рано или поздно, сталкивались различные народы, которые проживают теперь на территории нашей страны. Это и финно-угорские народы, мордва. Это и тюркские народы, сувары, чуваши, булгары, татары, да, и так далее. Это народы, которые до сих пор проживают на территории нашего края, это народы, которые складывают нашу многонациональную культуру. И зная особенности национальных культур разных народов, проживающих на территории нашего края, ты становишься полноправным гражданином своей малой родины и полноправным гражданином своей большой страны. Дело в том, что у человека есть несколько составляющих, которые у него никто не отнимет. Это его отчество, это его национальность, и это его гражданство. Гражданство можно поменять, отчество можно забыть, но национальность ты изменить не сможешь. Ну, не так, конечно. И поэтому человек, который знает корни своей национальной природы, это человек, который стоит очень устойчиво на своих ногах. У таких людей успешная карьера, у таких людей успешная личная жизнь. Ну вот, пожалуйста, да. Сидят примеры. То есть люди, которые не просто помнят традиции, но и соблюдают традиции своих национальных культур, это люди, которые очень успешны в жизни. И на своих занятиях я как раз ребятам рассказываю, что мы изучаем с ними генеалогическое древо. Они составляют генеалогическое древо до 7-го колена. Это последняя четверть 19 века. И они удивляются, как много интересного, оказывается, может рассказать их семья про историю их рода. И национальная история — это прежде всего история семьи. И она складывает этих маленьких-маленьких крупиночек истории отдельных людей. И тогда человек, который уже знает историю своего рода, историю своей семьи, может гордиться не только историей своей страны, но и историей своей личности, да, как она формировалась многие-многие годы. Ну вот так вот, мне кажется, и сидят, открыв рот, студенты колледжа на этом замечательном предмете. Ребят, я знаю, что вы ездили тоже защищать свою национальность, свои позиции, свои проекты на такой очень интересный форум. Называется он «Территория смыслов на Клязьме». Я предлагаю нам и нашим зрителям посмотреть, что же это за форум такой. Ваша смена называлась... Молодые специалисты в области межнациональных отношений. Вот, вот они сидят, молодые специалисты в области межнациональных отношений. Как это было? Смотрим видео, потом возвращаемся в студию.
Я рада, что в этом году я попала на первую смену по межнациональным отношениям. Очень такая разная команда. У нас несколько национальностей в нашей команде представлены. Команда очень дружная. Не представляешь, какой опыт получаю ежедневно. Мы работаем сейчас над концепцией празднования Дня Единства 4 ноября. Естественно, бывают какие-то спорные вопросы, сложности. Здесь не все так просто или легко. Предлагались многие идеи, которые имеют право на жизнь. От этого работа только интереснее. Самая большая проблема, которую мы здесь обозначили, что День народного единства – это просто выходной. Он не раскрывает всей сути того, что мы празднуем. Уровень национального самосознания сейчас у нашей молодежи, он возрастает во многом. Получается не через политические какие-то вещи, а через, например, культуру, образование, спорт. Движущим фактором, я считаю, объединение наций всех – это культура. Нужно ее знать и изучать. Если человек не имеет культуры своей, не понимает чужую культуру, ему очень сложно найти язык с представителями других народов. Все мы, конечно, разные, но у нас большинство единой ценности. Россия, она сама по себе очень специфическая и особенная. То есть мы мыслим одинаково, в одном течении, в одном русле, в одном направлении. Приучить любить страну, ну нельзя. Это можно только привить. Родители в первую очередь должны прививать, да, любовь к своему месту, к своему дому, к своей стране, республике, к другим людям. Это вот как материнская любовь. Язык – это та основа, да, вокруг которой объединяется народ. Как только начали понимать русский язык, как будто вошел в какой-то новый мир. Если не будет языка, то и народность, на мой взгляд, распадется. Родное вот здесь, в России. Народ сильный, крепкий, уверенный. Здесь можно достичь многих результатов. И история показывает, что мы все можем жить дружно, и это никакой не нонсенс, а это реальная жизнь. Ну тут, мне кажется, можно подписаться под этими словами. Мы можем, мы пытаемся, и мы надеемся, что будем жить дружно. Это никакой не нонсенс. Ребят, ну расскажите, как вы попали на этот проект, на этот форум? Что представляли, чем запомнился Лилин? Расскажи. Победитель. Да, я победитель. Я очень долго хотела попасть на этот форум. Я знала о нем еще в январе. Подала заявку, прошла и поехала от самарской делегации. Я представляла свой проект, над которым работала 2 года. Суть проекта в том, чтобы учить ребят писать этнокультурные проекты с учетом национальных особенностей региона. Это та самая лаборатория? Да. Образовательная программа, она состоит из 3 частей. Это этническая психология, история народов и социальное проектирование. А кто преподает у тебя? Преподает, во-первых, это наша любимая Светлана Михайловна. Так. Этническую психологию читаю я, потому что я по образованию психолог. И социальное проектирование преподают очень хорошие специалисты из разных наших вузов, у которых я училась в социальном проекте. Mm-hmm. Ну и кто приходит, ребята? Каких национальностей уже у тебя отметились? Пока у нас только на этапе презентации проекта по вузам и СУЗам. Вот. Но ребят очень много. Откликнулись, есть, да? Да, ребята, которые с национально-культурных центров, молодежь, которая не умеет писать проекты, но очень хочет этому научиться. Абсолютно разный такой национальный состав, даже сложно сказать. Mm-hmm. Ну вот что тебе, может быть, запомнилось? Какие-то примеры из других областей регионов, какие-то интересные проекты? Проектов очень много. В основном они касаются каких-то акций, противодействия экстремизму, толерантность. Вот. Но вот так как я тоже работаю в энергетическом колледже, у нас вот буквально в начале ноября мы будем праздновать День народного единства, который состоит из нескольких частей. То есть первый – это концерт, который Светлана Михайловна у нас курирует. И еще одна такая очень интересная вещица будет – это фотовыставка. Идея принадлежит Ренату. Так, мы на тебя сейчас переведем все стрелки. Так. Да, но очень коротко расскажу. Во-первых, это мы будем фотографировать ребят разных национальностей, в национальных костюмах,
на фоне самарских достопримечательностей. Угу. И выставка будет у нас в колледже. Угу. У нас, кстати, есть фотографии, которые уже состоялись. Это ваши фото с форума. Давайте их посмотрим, как раз-таки увидим, что там было интересного. Ренат, расскажи, как ты туда попал, что тебя, может быть, там зацепило? Ну, я также вместе с Лилией представлял самарскую делегацию. Большая была делегация, Лилия? У нас было 13 человек. Счастливое 13-е число. Я так понимаю, все защищали какие-то проекты, да? Ну, с проектами приехали не все на форум. Я также, как и Лиле, представлял проект. Проект интернет-площадки «Диалог онлайн», на которой молодые люди, представители разных национальностей могли бы взаимодействовать. Это их общая площадка для работы. Можно на этой площадке устраивать телемосты, обсуждать какие-то вопросы и получить мнение экспертов. Но мне повезло, конечно, не так, как Лиле. Мой проект не был удостоен звания победителя. Но опыт получил. Но получил богатый опыт. И вы представляете, были ребята от Калининграда до Камчатки, и почти с каждым из 1200 человек можно было пообщаться, спросить про культуру, про традиции, про какие-то особенности его национальности и его региона. Это безумнейший опыт, мне кажется. Ну, то есть на Клязьме ты представлял интернет-проект, а на другом форуме, на каком, ты представлял фотопроект? Две недели назад в Калужской области на территории туристического комплекса «Этномир» прошел второй молодежный этнокультурный лагерь «Диалог культур». Туда я поехал тоже с проектом. Проект выставки фотографий. Про что он, я вам не скажу, но вот так вот. В общем, концепция в том, что донести ребятам, что несмотря на то, что все мы разные, у нас разная национальность, разный цвет кожи, разный пол, возраст и прочие какие-то особенности, но все равно мы все едины, мы все жители одной страны, жители Самарской области, и в первую очередь все мы люди. То есть с помощью этой выставки я хочу донести ребятам именно этот посыл. Хотя бы что-нибудь скажи, кто может принять участие, какая, может быть, помощь тебе нужна. Друзья, давайте сейчас, если есть какая-то возможность, записывайте. Есть хэштег у этого проекта? Да, есть название проекта «Лица города», и это официальный хэштег проекта. «Лица города», запомните. «Лица города». Но что нужно? Нужны активные творческие ребята, представители этносов, проживающих на территории Самарской области. Все-все-все обязательно обращайтесь, я буду рад сотрудничеству. Именно ваше лицо будет лицом города. А кастинг будет какой-то? Конечно. Вот мы так вот, соберем, уже узнаем какие-то подробности. Так. Соберем большое количество желающих, проведем кастинг. Также, кроме участников фотовыставки, нужны талантливые, креативные фотографы, стилисты, которые смогут передать, помочь. Передать, да, какой-то такой образ? Да, могут создать, не только передать, но и создать, в первую очередь, образ, ну и которым это будет интересно попробовать себя в межнациональной тематике. Друзья, если вдруг сейчас вы этим заинтересовались, обязательно в нашей группе ВКонтакте нашего телеканала «Самара.ГИС» есть уже запись о сегодняшнем эфире, там все ссылки можете найти, зайти спросить у ребят лично, может быть, какие-то есть у вас идеи, проекты, хотите попасть в этнолабораторию к Лиле или стать лицом города, почему нет, города с историей, обращайтесь к Ренату, ну и, собственно, я думаю, что в любом случае, какая-то поддержка вам будет оказана. Если уж не поддержка, то дружеский совет, да, направление какое-то в деятельности. Светлана, я хотела у вас спросить. Вы, я так понимаю, не первый год занимаетесь этой деятельностью. Есть ли разница какая-то, я не знаю, хорошая ли? Может быть, не дай бог, конечно, плохая, но вот как ребята относятся к предмету? Как они, может быть, его понимают? Есть ли какие-то, не знаю, улучшения или, наоборот, ухудшения вот этих межнациональных отношений? Ну, в Самарском энергетическом колледже я работаю недавно. До этого я работала в высшей школе в ВУЗе Самары, и тоже со студенческой аудиторией. Студенты – это ребята, которые вообще на это внимание не обращают. То есть, вот, допустим, в колледже есть ребята из разных даже регионов России, из Хабаровского края есть парень, там есть из Таджикистана, даже из других, скажем так, стран, из Украины там и так далее. И для них, вот когда они общаются, для них вообще не важно, какой они национальности. Есть примеры, как преподаватель, да, я могу сказать, что вот парень из Таджикистана, он вообще очень плохо говорит по-русски, а пишет еще хуже. И они все вместе ему помогают.
осваивать дисциплины, осваивать, изучать предметы и так далее, и так далее. Наоборот, они... Взяли шефство. Да, они как бы берут шефство над ним и помогают ему всячески. А интерес вот к дисциплинам, где они могут почерпнуть знания о национальных культурах, о межэтническом взаимодействии, он с каждым годом растет, наоборот. Если мы раньше говорили, что у нас молодежь индифферентна, политически безграмотна, национального самосознания, да, у нас у них никаким образом нет там, да, то за последнее время сделано очень многое. Как на уровне центральной власти, федеральной власти, так на уровне региональной власти уделяется огромное внимание формированию именно патриотического национального самосознания, потому что без этого никуда. Как я вот уже говорила, человеку нужно на что-то опираться. И одна из опор – это как раз национальная принадлежность. И если мы будем формировать, помогать формировать национальное самосознание человеку вот в такой сложный для него период, период формирования его личности, его мировоззрения, то мы получим очень хороший выход в итоге. Не просто хорошего специалиста, а специалиста, который будет любить свою страну и будет знать, чем он гордится. Угу. Ну, я знаю, что в любом случае практически во всех СУЗах, вузах, школах нашего города к 4 ноября будут проходить какие-то акции, концерты, может быть, какие-то флешмобы даже. Поэтому, друзья, я думаю, если что-то интересное вас такое зацепит, обязательно участвуйте. Даже если вы уже не учитесь, даже если вы только собираетесь куда-то поступать, мне кажется, вот нет ничего такого невозможного. Присоединиться к какой-то толпе людей творческих, талантливых, или просто пройтись где-то по улицам города с флагом России или с флагом своей страны или с флагом своей какой-то республики, мне кажется, наоборот, это даже сейчас уже не то, что модно, да, но не зазорно, и никто уже на тебя не покажет пальцем, а ты из Таджикистана, или ты из Узбекистана, или ты казах, ха-ха-ха. Такого, мне кажется, уже нет, да, как-то все это в конце концов сгладилось. Ну, а вы сами, вот этот же вопрос, если вам адресовать, видите разницу какую-то колоссальную, или все-таки пока еще нет, рано говорить об этом? Ну, то, что как бы у нас очень... высокий уровень толерантности среди молодежи, это однозначно. Именно среди молодежи или все-таки всех возрастов? Ну, так как просто мы представители молодежи, нам изнутри виднее. Конечно, уже у нас нет такого у самарцев, чтобы кто-то как-то очень негативно отзывался о какой-либо национальности. Поэтому мы очень рады, на самом деле, что сейчас все начинают интересоваться соседями, то есть теми людьми, которые живут рядом, разных национальностей, пытаются проводить какой-то обмен традициями, какими-то даже кулинарными рецептами, вот просто общаться, мне кажется, это очень дорогого стоит. Угу. Ренат, есть что добавить в конце нашей программы? Да, я хочу отметить по поводу вопроса межнациональных конфликтов. Сейчас проходит по всей России очень много межнациональных форумов, лагерей, каких-то площадок. И когда ты видишь, что ребята активно участвуют, это тысячи человек, которым интересна межнациональная политика, ты понимаешь, что все будет хорошо, потому что есть люди, которым этим интересуются, с этим работают, и межнациональные конфликты, их можно избежать, когда есть такая база людей, которым это не безразлично. Поэтому я в этом работаю, и я призываю всю молодежь не отказываться от участия в каких-то проектах, потому что это повышает твою гражданскую идентичность, твою этническую идентичность, это расширяет твой кругозор, и, в принципе, это знакомство с большим количеством людей. И, мне кажется, знакомства, они никогда во вред не бывают. Угу. Ну, а вот что касается, я знаю, что еще есть такие всякие площадки интересные, вот этнографические диктанты. Итоги, я так понимаю, будут подведены ближе к концу октября, да? Именно 4 ноября. 4 ноября. Если кто писал, друзья, я об этом удивительном проекте узнала вот как раз от ребят, они участвовали в этом, они тут спросили какие-то вопросы, типа рецепт калмыцкого чая или что-то в этом духе. Если вы как бы этим тоже интересуетесь, можно узнать. Мне кажется, этот проект периодически, да, проходит? Он, тоже. Да, первый раз стартовал по всей России, то есть ровно 4 октября в 11 часов по всей России стартовал этот этнографический диктант, и результаты будут 4 ноября в День народного единства. Могли участвовать абсолютно все, то есть у нас 85 регионов России. То есть масштабно. Да. Вся Россия. Ну что, друзья, вот так вот незаметно пролетело время нашей программы. Мы разные, но мы вместе, и здорово жить в такой стране и в таком городе, где слово «толерантность» — ну, не просто слово. Спасибо вам большое, что были с нами. Всего хорошего. До встречи.